Распаковка. Не будем нарушать традиции. Сегодня, правда, у меня продуктов мало, но я купила кое-что другое. Итак, приступим. Все-таки начну я сначала с продуктов. Купила я две пачки моцарелла. Вот они такие мини-моцарелки. Здесь сколько грамм? 125 грамм. Стоит одна пачка 1,19 €. Купила две. Вот такую вот намазку на хлеб. Эту намазку любит мой муж. Не знаю, что она ему нравится. Вы знаете, она такая солоноватая. И цена у нее 1,49 €. 150 грамм. Но нравится человеку, пусть мажет и ест. Конечно же, мои любимые ягодки. Посмотрите, какая огромная пачка. Здесь 500 грамм. И стоила эта вся пачка 3,99 €. Акция была. Манго сухое. Как я их люблю. Кстати, стоит 2,29 €. А здесь 100 грамм. Они очень вкусные. Я их просто обожаю. Вот такая колбаса мне попалась на глаза. Раньше, кстати, я ее частенько покупала. Она очень вкусная. Цена у нее 2,79 €. Здесь 300 грамм. Три авокадо. Они были по 89 €. Взяла три штуки. Баночку черри томатов. На этой неделе они были в акции. 1,39 € стоит. Это ведерко в ведерке 500 грамм. Я люблю на завтрак использовать вот такие вот вафельки. Они из кукурузы. Стоит эта пачка 79 €. Здесь 110 грамм. Сыр. Три пачки взяла. Видите, какие они интересные. Обожаю этот сыр. Он такой вкусный. Этот с розмарином, а этот простой, классический. А это облегченный вариант. Этот сыр порезан вот на такие шайбы, если видно. Здесь сколько? 150 грамм в каждой пачке. А вот в этих двух пачках, посмотрите, знаете, он тонко-тонко нарезан. Ой, он такой вкусный. Я его просто обожаю. Могу просто так есть безо всего. Поэтому взяла три пачки. Каждая пачка стоила 1,49 €. Все, с продуктами все. Больше ничего не покупала. Вот такие вот губки покупаю на кухню для посуды. Здесь 6 штук, стоят 79 €. Ну, обычные вот такие. Я их, знаете, я их не мою. Использую, если она мне не нравится, не первой свежести, я просто выкидываю все. Некоторые стирают их, я нет, выкидываю. Для посудомоечной машины купила вот эти таблетки. Это хорошая фирма, я их всегда покупаю. Я эту фирму всегда покупаю, доверяю и не делаю экспериментов. Эта пачка стоила 6,49 €, здесь 57 таблеток. Также для посудомоечной машины я купила вот такие вот, вот такой вот Райнигер. То есть в шпюль машину вешаешь, отрываешь вот эту штучку, видите, отрываешь вот эту, убираешь вот эту штучку, вешаешь на этот крючочек. Включаешь шпюль-машину, и шпюль-машина хорошо промывается. Эта баночка стоит 1,49 €. Я купила две штуки. Вот, две штуки. Был еще в Альде вот такой вот освежитель. Здесь написано, что она хорошо освежает комнату и держит, но держит 6 недель. Так что и недорого, 2,49 €. Я уже купила удобрение для помидор. Посмотрите, какая огромная пачка. Здесь 2 килограмма. И сейчас была на этой неделе акция. Стоила эта пачка огромная 3,99 €. Это очень дешево. Обычно, вот когда сезон, все удобрения очень-очень подскакивают в цене. Био. Видите, био для биотоматов. Ну, то есть, все мне подходит. Я уже сказала, да, что в пачке 2 килограмма стоит 4 €. 3,99 €. На этой неделе вот такой вот был
прибор, так сказать, важный. И мне он нужен, у меня есть, но он очень уже старый. Достался по наследству от дочери. Вот эта фирма тоже хорошая, и она, по идее, то дорогая, да? Она, наверное, 30 евро или даже больше стоит. А в магазине, вот акцион был, акция была, и они это Глятайзена, как он называется-то? Ну, короче, этот прибор для волос, он стоил всего 8 евро 99 центов. Представляете, как дешево? Я поехала в один магазин в 9 часов. Уже все раскупили, уже ничего не было, но поехала в другой. И вот купила. Так что буду пользоваться теперь новым. Почему новым? Потому что, знаете, это же все-таки мой старый тоже работает. Он рабочий, но сейчас же все идет новое. Поэтому я думаю, все-таки может уже мой и волосы портит, ну, сушит или как сказать. Поэтому купила новый, и тем более такой дешевый. Он так вот здесь вот керамика. И то есть идет, он нагревается до 200 градусов. Короче, я такая довольна. Вот я за ним-то и носилась. Его и хотела купить, и купила. Так что буду теперь пользоваться. И были вот такие вот пижамки женские. Купила тоже себе одну. Вот такие, видите, на лето. Думаю, скоро же лето, скоро весна. И цена, конечно, тоже такая смешная. 4 евро 99 центов. Почти 5 евро. Но это вообще ничто. Качество такое хорошее, мягонькое. Я уже посмотрела. Вот здесь. Типа как шелк. Давай сейчас посмотрю. А, материал сатин. Ну, конечно, он будет приятный для кожи. Так что вот так. Набрала себе таких вот обнов. Затем купила еще вот такие кухонные полотенца. Здесь 3 штуки. Стоят 3 евро 99 центов. 50 на 70 сантиметров. Это очень тоже дешево. Сейчас открою, покажу, посмотрим. Цвет такой хороший. Там были красные и были вот такие зеленые. Вот зеленая пачка осталась одна. Поэтому я взяла только одну пачку. Так бы взяла и две. Посмотрите, какие они хорошие. Бамболи. Хорошие, красивые. И вот еще вот такие вот полотенчики маленькие для гостевого туалета. Здесь 4 штучки, они 30 на 50 сантиметров. Вот цвет вот такой я выбрала, он прям хорошо подходит. Эта пачка 2 евро 49 центов. Здесь 4 полотенца. Представляете, вообще красота. Дешево и сердито. Вот так иногда везет. Надо часто, наверное, чаще, наверное, ходить по магазинам. Зашла я в Росман и купила вот такую вот бутылочку. Видите? Я, конечно, не рекламирую. Ну, я уже попробовала. Я была вчера в магазине, а сегодня делаю видео. То есть я ее уже попробовала. Стоит эта бутылочка 2 евро 49 центов. А вы знаете, это такая классная штука. У меня проблемы всегда со сном. Я очень плохо сплю, плохо засыпаю, просыпаюсь среди ночи. Ну, то есть вот всегда какие-то чаи покупаю себе успокаивающие. Или иногда беру таблеты валерьяны. А это, и думаю, ну надо же, интересно, попробую. Я вот тут и написано kissing spray. То есть берете на подушку, так пшик-пшик, попшикали. И запах, вот я даже не поняла, как, что он мне напомнил, да. Но я всю ночь сегодня проспала хорошо. И так хочу вам сказать, дорогие, я хочу вам посоветовать, у кого проблемы со сном. Если у вас проблемы со сном, увидите вот такую вот фляжу, бутылочку. Стоит она недорого. Действительно помогает. Я сегодня всю ночь хорошо спала. Так что ловите лайфхак. Так что, девчонки, желаю вам всего хорошего. Ой, ну все, мои хорошие, я буду заканчивать. Я вам все рассказала, показала. Подписывайтесь на мой канал. Я всегда всем рада. С удовольствием читаю ваши комментарии. Пишите, задавайте вопросы. И я буду отвечать или буду видео какое-нибудь делать по вашим просьбам. Желаю вам всего-всего хорошего. Всем пока-пока!